мой врач дала добро на то, чтобы я сегодня попробовала кофе. Я уже даже забыла, какой запах у кофе, друзья мои, как я рада. Ой, неужели я сейчас попью? Где тут моя английская пирамида, которая баварский шоколад? Неужели я сейчас буду кофе пить? Вот он. У меня даже муж стал реже варить для того, чтобы у меня не было соблазна. В квартире порядок навела. Приятно, когда чисто всегда. Думала, шпильки. Есть шпильки, а шпилек нет. Они у меня в ванной. Сейчас попробую так, без шпильки сделать. Пока это там завернулось. Муж звонит, а что меня не разбудил, спрашиваю, ну хлеб. Он говорит, да я решил сам. Успевал, все на работу. Поставил чуть пораньше, проснулся пораньше. Сам сделал, чтобы ты выспалась. Вот так. Сейчас он, кстати, у него короткий день рабочий. Он сказал, что он приедет пораньше. Поедем по делам с ним. Сказал, что где-то часа в два он освободится. Рассыпала от радости. Аж рассыпала от радости. А что на завтрак будет? Не знаю, авокадо хотела. Можно ли смешивать? Это все в одну кучу. Ну, вроде пока у меня ни на что реакции нет. Вчера на химию реакции не было. На еду вроде никакой реакции, ни на какую причем нет. Так что, может быть, уже и все хорошо. А у меня, смотрите, чайный пакетик я заваривала слабый. И один раз заварила, вот так макнула. Убрала и поставила в чистую чашку, не выкинула его, потому что я говорю, я его могу... С моей крепостью сейчас, как я завариваю, можно и 50 раз один пакетик заварить. Реально. В общем, все. Ждем кофе. Будем наслаждаться. Что на завтрак не придумала. Сейчас спрошу, можно ли авокадо смешивать или лучше не надо. Не знаю прям.